Всем привет! В эфире Телегид. А это значит, пришло время узнать, как провести досуг вместе с нашим каналом. На этой неделе мы подарим вам прекрасные вечера и насыщенную программу выходные. Когда включать ЛРТ, расскажу я, Анна Троян. В середине недели нагрянут интриги. Заговорщица специально для всех, кто любит криминальные драмы. Мэри Сарретт – одинокая женщина, обвиненная в пособничестве в организации заговора с целью убийства президента Линкольна. И поскольку вся нация повернулась против нее, Мэри вынуждена положиться на неохотно защищающего ее адвоката, чтобы докопаться до правды и доказать свою невиновность. Получится ли это у нашей героини, смотрим в среду в 22:00. Она делала какие-нибудь указания? Сэр? Ну, указания, которые могут быть интересны суду. А, да, сэр. А она сказала... Ллойд, приготовь стволы. Ночью приедут люди и заберут их. Ты лжешь. Тишина в зале. Это ложь. Тишина. Неужели возможно еще больше настроить суд против меня? Адвокат, уймите свою подзащитную. Абсолютно современная ситуация и неожиданный сюжет ждет наших зрителей вместе с лентой «Запах вереска». Замкнутый, погруженный в компьютерный мир айтишник влюбляется в девушку, с которой общается только по интернету. Ради того, чтобы встретить ее, Нафаня вылетает в Новосибирск, в глушь, где обнаруживает третий мир. Мир абсолютной тишины, когда до ближайшей розетки ехать 2 часа. Мир травы и неба, которого нет в городе. А что он там обретет, смотрим в 22:00. В четверг. Здравствуй, Настенька. Впервые пишу письмо на бумаге. С непривычки от карандаша сводят пальцы. Но зато новое ощущение. Наверное, это не те нижние бугры. Тут тебя не знают. Это письмо тебе повезет с молоком бабы Тани. Я много думаю о тебе. Здесь думать вставляет. Тихо и пахнет вереском. Добрая семейная картина для всех, кто хочет завершить рабочую неделю на хорошей волне. Выйдет в пятницу. В далеком поселке, где живут суровые люди, однажды появляется энергичный рыжий пес. Только ему под силу расшевелить провинциальное сонное царство. Рыжий не подчиняется никому, но его полюбили все. С помощью неутомимого хвостатого многие обретут друзей, счастье, надежду и радость, а некоторые даже найдут любовь всей жизни. Как увидим в пятницу в 10 вечера. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Красота – это доброта и любовь. Блеск глаз, гармония, ощущение счастья. Красота – это здоровье. Это жизнь. Здесь каждая права и каждая уже победила. Состоявшиеся мамы, жены, успешные бизнес-леди, юные девушки, полные планов и надежд. Они пришли не доказать, а показать. Красота выше возрастов, эталонов и стереотипов. С красоткой Майли Сайрус проведем субботний вечер. С агентом под прикрытием будет весело.
Молли умна и очень несговорчива. Она частный детектив, и улица ее стихия. Когда ФБР выбирает ее для работы под прикрытием в женском клубе, она понимает, что чувствует себя не в своей тарелке среди избалованных, заносчивых и меркантильных девочек из колледжа. Но Молли не может отказаться от сверхсекретной миссии. На карту поставлена жизнь дочери ключевого свидетеля в деле против мафии. Подробности смотрим 22 августа в 10 вечера. Добро мы теплотой, теперь душа согрета, сестра. Безбожники. Что? Вечно пытаются застукать нас топлес. Меня однажды застукали. Это было ужасно. Друзья, мечты сбываются. Это вам говорю не только я, но и создатели английской киноленты, которую мы увидим в субботу. Пол не так уж молод и красив, однако его не покидают мысли о глобальной мечте. С детства он грезит о выступлениях на оперной сцене. Парень обладает великолепным голосом, но все мы знаем, что только этого для успеха весьма мало. Как минимум, еще нужно обладать упорством, хладнокровием, уметь бороться с трудностями и, как оказалось, вовремя встретить свою любовь. Реальную историю обычного англичанина смотрим 23 августа в 22:00. В чем дело? Ни в чем, я... У тебя дома девушка? Да, девушка. На этом все, друзья мои. Я напоминаю, полный обзор фильмов и программ нашего телеканала вы можете найти на сайте www.lrt.tv. Также ищите нас в Инстаграме и других социальных сетях. Там много интересного. Я Анна Троян. Желаю вам незабываемых летних дней. Скоро увидимся. Пока-пока.